Эту часть мы назвали «Тихий подвиг воспитателей». Это рассказ о людях, благодаря которым дети выжили в Великую Отечественную войну. В летописи Великой Отечественной войны есть еще много малоизвестных страниц. К примеру, мы очень мало знаем о работе детских садов. Оказывается, в декабре 1941-го в осажденной Москве детские сады работали даже в бомбоубежищах. Наш город Череповец с первых дней войны стал городом-госпиталем, городом-эвакопунктом. В июле 1942 года в Череповце проживало 1564 эвакуированных семьи. Из них детей ясельного возраста было 279, дошкольного – 565. И всем этим детям нужны были ясли и детские сады. Когда папа и братья уходили на фронт, вместо них с танком вставали мамы. В Государственном архиве Череповца хранится приказ 2741 от 28 октября 1944 года по Вологодской области. Согласно приказу, в детские сады брали детей с 4 лет, а там, где это было необходимо, с 3. Детским садам и яслям было приказано брать всех нуждающихся. На 1 октября 1945 года в Череповце было 17 детских садов, в начале войны – 10. Только часть из них принадлежала городскому отделу образования, другие сады организовывали предприятия. На группу из 30-40 детей приходился один воспитатель и одна техническая работница. Детские сады работали в режиме интерната, дети здесь находились круглосуточно. С питанием дела обстояли совсем плохо. Продуктов не хватало, чтобы накормить детей. Согласно отчету, мясо и рыбу дети совсем не получают. К примеру, детский сад номер 1 за 3 месяца недополучил 829,5 килограммов крупы, 120 килограммов муки, 77,5 килограммов сахара, 820 килограммов мяса и рыбы. Вместо сахара детям давали варенье, но низкого качества. Вот история детских яслей номер 3, рассказанная их заведующей Рябковой. Письмо заведующей было опубликовано в газете «Коммунист». К сожалению, имя заведующей неизвестно. В яслях было много детей, чьи отцы сражались на фронте. Чтобы зимой нашим ребятишкам было тепло и уютно, мы сами в этом году своими силами провели заготовку топлива. Выгрузили, привезли и разделали 600 кубометров дров. Весной работники дед яслей обработали большой огород. С него мы осенью получили такое количество овощей, которого нам хватит на всю зиму. Клюквы и брусники тоже заготовили немало. В 1-м, 6-м и 7-м детских садах держали поросят. В 7-м детском саду жили сразу 2 поросенка. В 1944 года 150 детей из детских садов были вывезены на дачу в Городище. На даче отбирали прежде всего больных детей, детей военнослужащих, потерявших пап и мам, детей служащих и рабочих. Причем 70% расходов брал на себя отдел образования, оставшиеся 30% платили родители. Детей хорошо кормили, организовывали для них прогулки на берег Рыбинского моря, в лес за грибами и ягодами. Благодарим за заботу о детях. Письмо с благодарностью от Коротковой пришло в редакцию газеты «Череповец». В нем автор писала, что при Абакановском сельсовете, в детском саду, где заведующая товарищ Низовцева, хорошо поставлена такая работа. Воспитатели детсада много проявляют заботы о детях. Следят за тем, чтобы они были всегда вовремя накормлены, были бы всегда чисто вымыты, тепло одеты на прогулках. Для детей устраивают утренники, на которых они выступают с песнями, всевозможными играми, танцуют. На утренники приглашаются и родители. В Череповце на самом деле жили с мыслью «чужих детей не бывает». В годы войны череповчане взяли на патронирование 42 ребенка, 30 усыновили. Вот строки из статьи в газете «Коммунист».
Например, домохозяйка Паукова усыновила ребенка. Товарищ Паукова уже не первого ребенка берет на воспитание. Она вырастила сына, который сейчас находится в действующей армии, с честью носит звание лейтенанта и храбро громит гитлеровских бандитов. Шла война. В Череповце появлялось все больше детей-сирот, у которых погибли родители. В Череповце был организован фонд помощи осиротевшим детям. Комсомольцы города и района проводили в помощь для таких детей воскресники. Так газета «Коммунист» сообщает, что комсомольцы работали на лесобирже «Ветка чела». Девушки и юноши села работали на полях и огородах. Все вырученные деньги были переведены в фонд помощи осиротевших детей. На 1 октября 1945 года в детских садах Череповца воспитывались 1269 детей.